Жума күн эпиңиз үчүн кайрылуу болсун. Эфирде заман саатлерде 12:30. Бүгүн Кырмыш Галинин 813 күнү кетмекте. Студияда силердин менен Шевкет Аматуллаев селемлайм. Ахмеджетте Сим-Сити Транс бинасына махкеме ижрачылары келди. Тахминен 15 инсан, улар арасында силялуу инсанлар да бар. Ишкане кадимлери билдиргенине көрө, улар шымды бинада болгон одаларын блок этип печатламага тырышалар. Өз аракеттерине ачылган жинай ишин аңлаталар. Тапсилатлы жаны Бетеки айларымыздан тааныш ола билесиңиз. Бүгүн Кырымдын ижгалчы махкемеси Актемчиги козго апстет тутуп муддетин девам эттире биле. Ишни шымды Кырымдын жогору Рус махкемеси бакмакта. Уну та түнөбүн бакы башталдылар, лекин Меджлис Рейс Муавинни махкеме салонуна кетирип уламадылар. Уну видеокопор вастасынан СИЗОдан курадылар. Чигоз буна каршы чыкты. Шу себептен махкеме топлашыбыны бүгүнге кечирдилер. Белли ки Меджлис Рейс Муавини кечкен сене январь айынын сонунда апске алынган эди. Уну веда дигер кырым-татар активистлерине 2014 сенеси 26 февраль күнү өткөрүлгөн Украина бирдемлиги митингинде санки калабалыклар чыгарганда кабатлайлар. Актемчиги козго ФМС Русиянын федераль миграцион кызметы мечбурий шекилде рус ватандашлыгына туттурмага истей. Апсте болгон Меджлис Рейс Муавини буна каршы. Бу акта түнөбүн өткөрүлгөн махкеме топлашуу девамында адвокат менен субетлешкенде сеслендирди. Миграционная служба мне принудительно хочет уже делать об этом заявление. Российское гражданство. Я видел в материалах дела. Отказ я не писал, не было возможности. Я не являюсь депардье, не являюсь боксером или человеком, который вдруг изъявил в такой тоталитарном стране режим, при этом режиме получать государство, которое издевается и устроили гибридный геноцид против моего народа. Судакта кырым-татар генчилерине 18 майыс матем күнү санки автоюрушту иштирак эткенлери үчүн протоколлор тизелер. Бүгүн 4 генчини полиция даресине желп эткенлер. Бу акта саясатшынас Ленора Дульберова билдирди. Унун сөздөрүнө көрө, бүгүн генчилерге полиция даресинде мемурий протоколлор тизгенлер санки улар матем күнү арабаларынын колонна олорак шер боюнча кырым-татар байракларынын жүргөнлер. На четверых крымских татар, молодых людей составлен административный протокол по статье 20.2, часть 2, кодекса об административных правонарушениях. То есть нефункционированное, участие в нефункционированных митингах, пикетирование. Данная статья подразумевает либо штраф до 30 000 рублей, либо общественное наказание в виде общественных работ. Вот. Интересен тот момент, что в рапорте сотрудника ГИБДД, некого Руденко, указывается статья 16 закона об экстремистской деятельности, то есть они квалифицируют действия ребят именно по этой статье. 25 мая состоится в 9:00 в городе Шевке состоится суд по данному административному правонарушению, где, в общем-то, наверное, будет и выбрана, скажем так, мера наказания для этих ребят. Но ребята все в протоколах указали, что с протоколом не согласны, что не принимали участие в никаких мероприятиях. То есть я так полагаю, что мы будем в суде в рамках заседания отстаивать свою позицию. Национальная символика была, но это мы не считаем, что это было, скажем так, некое массовое мероприятие. То есть мы сейчас в суде будем отстаивать именно эту позицию. Түнөбүн эсе 4 кырым-татарыны Ислам Терек районунда махкемеге желп эттилер. Ижгалчы махкемеси уларга 20 саат мечбурий иш белгиледи. Регионалдык мечлис рейси Экрем Абдулбатов билдиргенден көрө, генчилер керчектен де өз коюнда кырым-татар байракларынан жүргөнлөр, лекин бул планлаштырылган автоюруш дегиледи дей. Олар 12-де эт жамилерибизди топлашкан эдик, көйлөрдө болгон жамилерде. Балар идет, оле дотеве, оле подлер фикермен, балар койду йордулер, энде оле озун курбанларга багышлап акта йоруш койун ичинде, койун ичинде. Ана шон үчүн олардын жаныга келип полит протокол түздүлөр. Эле экинчи күнү махкеме текшерип, она были хорошие, как было.
Канадада қырым татарларға дестек көстеров митингілері девам ете. Тунивын Онтарио бөлгесінің парламент оғынде 1944 сенесі сұргүнлікке әләк олғанларына аңдылар. Айна Онтарио бөлгесінің парламент оғынде ілк кере қырым татар байрағыны көтерділер. Андай жзәретінен олған қырым татар халқ лидері Мустафа Джемелев іштіра кетті. О, Ярмадада Ижғалджи акиметі қырым татар халқының ақлары бозылғаны ақта тариф етті. У путинского режима животный страх перед крымскими татарами. Они не разрешают собираться даже больше 5 человек. И в этот день видеть свой национальный флаг в десятках тысяч километров от нашей земли, это, конечно, большая моральная поддержка для нашего народа. Мы надеемся, что та политика, которая проводилась с момента оккупации канадским правительством, она будет продолжена. Мы не видим военных путей освобождения Крыма, потому что это приведет к массовому кровопролитию. Но мы надеемся, что санкции, наложенные на страну-агрессора, поставят этого гангстера на место, и он вынужден будет покинуть оккупированные территории. Дуже-дуже важка ситуация в Крыму. Мы все знаем, через оккупацию, через Россию. Так что цей прапор для меня важливый підняти, тому що знову пам'ятаємо тих, котрі постраждали чи померли під час депортації, але також тому, що ми підтримуємо кримських татар під час цього дуже важкого часу. Партаниты инсанлар бедава пляжға кечмек үшін 100 рублей төлемеге мәжбүрлар. Алушта шер шурасы регионында олған пляжларына екі группаға бөлген. Бұл сыңырланған Кырышнен, бұл бала лагерь ве шифаханелері ве сербез Кырышнен олған пляж. Шер шурасы 342 метр бедава пляж белгілеген. Ләкен шифахане қарауылары инсанларыны парасыз кечірмейлер. Олар аңлатқанына көре, қарарға көре тек ерлі сәкенлеріні бедава кечіре білелер. Здравствуйте. Здравствуйте. На пляж прийти можна? У вас документи при себе какие-то? Ну, я житель Алушты, проживаю в Ялте. Житель Алушты, проживаете в Ялте. Вход вообще платный или бесплатный? Вот у нас, вот, прочитайте приказ, льготные категории, платный. Да. Платно. А вы знаете информацию о том, что 342 метра должны быть бесплатные? Да. То есть вы меня не пропустите бесплатно к морю? Мы даже не знаем, кто вы. Ни документов у вас, ничего нет. Я покажу вам свой паспорт. Хотя я считаю, этого я делать не должен. Вот мой паспорт. Вот моя прописка. Житель Ялты. Вы читайте приказ. Выписку из приказа читайте. Там льготные категории. Может, вы под какую-то льготную категорию подойдете, тогда мы вас пропустим. Дайте я пройду к морю. Вы, может, террорист какой-то. Дайте я пройду к морю. К морю дайте мне пройти. Что у меня руку уберите? Бери нафиг! Бери руки свои! Руки бери! Я иду к вообще доступному пляжу. Есть решение сессии депутатов. Хочу узнать, на каком основании вы берете 100 рублей за проход к общедоступному пляжу. На основании выписки с приказа. А вы видели такой документ, решение городского совета Алушты, там где пляж 342 метра общедоступной территории. Это вы не мне предоставьте. Это вы встретитесь с нашим руководством. Так и зачем мне? Зайдите в юротдел, где вам дадут письменно, устно все вам разъяснения. Жамалаға белі Украин ресамы өз ресамына еді етті. Туневан Киев тарихы музейінде Украина The Best лейхасына тағдим еттілер. Бұл мультимедия энциклопедиясыдыр. Анда 100 грамм белі медени әрбапа ақта язылған. Бұл сұрада Евровидение 2016 ғалибы Жамалада бар. Белі ресам Анатолий Криволап Жамалаға крымский пейзаж ресамына бағышлады. Я сподіваюся, що дійсно ця картина буде мене надихати. Надихати на нові веселі пісні. Дякую вам. Дякую вам. Дякую всім. Художники, как и музыканты, у них есть возможность мыслить абстрактно и подавать информацию не настолько обывательски, как мы привыкли. На самом деле, я очень рада, что она вот именно так изображена, и там нет просто конкретного пейзажа Аюдага, а ты можешь нарисовать свой Аюдаг, свои ассоциации придумать, свои воспоминания как-то нарисовать, смотря на эту картину. Поэтому я очень рада, что у меня будет такая вот невероятная картина.
Бұсатқа сонки хабермыз еді. Атыр әлі ұлынас, невбетеки яйынларымызны қачырманыз. Қорышмек үзіре.